Так, дошла я уже до Глоксини. Понравилась такая вот розовая с темной серединкой. Харизма розовая. Потом такая вот смесь с белыми краями, каймой. И 3 дня назад я вот такую вот посадила. Тоже розовая. Ну, немножко она отличается. Чуть-чуть она помягче. Вот ее я посеяла. 5 зернышек были. Сейчас постараюсь показать. Семечко. Вот она. На кончике. Семечки у этой фирмы были обработаны таким желтым-желтым цветом. Вот под воздействием влаги они поменяли цвет. И вот крышечка проветриваю. Конденсат убираю. И сейчас покажу всем этим. Так. Открываем. Так, семена в ампулках. Вот их 5 штучек. Ну и также почва уже увлажненная. Сверху также чуть-чуть. Вот они белые, обработанные уже. Нужно спокойно высаживать. 1, 2, 3, 4, 5. Что-то дальше убежала. Вот так. И здесь Аксинья харизма. Харизматичная. Отрезаем. Я вот эти пакетики из семян никогда не выкидываю. Собираю их в кучку. Потом, чтобы посмотреть, соответствует фото или нет. Также капсулка и также семена. Хорошо их видно на грунте, куда укатываются, чтобы можно было их поправить на место назад. Вот их видно. 5 точечек. Раз, 2, 3, 4, 5. И здесь также. Раз, 2, 3, 4, 5. Ну все, этих товарищей мы тоже закрываем крышечками и отправляем на мою полочку со всеми растишками.